Всем привет! Сегодня снимаем видеообзор на ростовую куклу Among Us. У нас уже есть коллекция 4 карнавальных костюма Among Us. И вот мы добрались до разработки ростовой куклы. В комплектацию такой необычной куколки входит водолазка и штаны из красного бархата, пара высоких ботинок. А вот дальше он уже отличается от наших обычных ростовых кукол тем, что в комплектации у него нет отдельно тела и отдельно головы. Здесь идет объемный поролоновый каркас, обшитый красным бархатом с объемными декоративными элементами в виде ранца сзади, стекла скафандра и ушек на макушке. Смотровая область выполнена из сетчатого материала в тон цвета куклы. Также с первого взгляда ее можно не заметить, находится в верхней части каркаса. Внутри такой каркасной куклы есть небольшая поролоновая полочка с отверстием для головы. Полочка находится чуть ниже смотровой области, и необходимо, чтобы вес куклы распределялся равномерно по плечам и не находился на макушке головы. Пишите, как вам такая кукла Among Us? Заказали бы себе такую?